Так-то у нас Сергей тащит. Ну чего? Давай что-то помогу, мотай. Ой, Юрий там помог, сейчас тебе. Отлично. Вот он, ребят. Дай-ка я поближе, а ты подводи назад, чуть отойди. Гуляет. Пусть погуляет чуть, да, фракциончик. Отлично, молодец. Ты откуда у нас команда, откуда у нас? Опа-на. Сереж. Ай? А где это повар? Какой район? О, вообще вы крутые. 3-3, да? Вот, ребят, Сергей, Солнечногорский район. Третью поймал. А Юрка его тоже друг, тоже третью. 3-3 у них счет. Вообще нормально. До этого Сережа вел, Юра отставал, да? Потом Юра выбился вперед, догнал. И теперь вот молодцы, отлично. На что? Колебалка. Вот она, колебалочка. Сейчас вы щипцы можете. На, сейчас щипцы дам. Это у меня. Держи. Вот так-то. Отлично, ребят. Поклевки есть? Вот оно, превосходное. Рыбацкое счастье наше, да? Да. Отлично, вообще молодец. Вот так-то, такая маленькая. Вытаскивай ее туда. Маленькая блесенка такая. А щучка вообще хорошенькая. Превосходная. Запуталась. Вот так, ты вообще крутой парень. Мостик 44. Вот так, ребят. Превосходно. Вообще рыбалка удалась. Ты счастлив? Вот так. Рыболовный клуб 9 карпов рулит. Вот так. Все дороги ведут к нам. Приезжаем, ловим, никуда не уходим.